нас с вами такая больше теоретическая встреча, потому что собачки не понадобятся. Я бы сказала, такой довольно серьезный разговор. Дольше, чем обычно, готовилась к консультации с вами, потому что у вас довольно сложный запрос при имеющихся условиях. Да? Две собаки таких сложных и самобытных пород, и здесь для того, чтобы рекомендовать вам кого-то, потребовалось не просто собак, которые отвечают вашим там скоростям, возможностям, спортивным каким-то активностям, но и те, которые вместятся в вашу стаю и смогут там комфортно существовать, а не просто, так сказать, мучиться. Мы начнем сейчас, конечно, с собачек, с пород, которые я рекомендую вам. И они нашлись, и они действительно хорошие, мне очень понравилось сочетание. Слава богу, 450 пород не есть где. Есть где разбежаться. Да, но я хочу все-таки перед началом, так сказать, знакомства с этими породами или просто обращение вашего внимания, потому что, скорее всего, часть пород вы знаете, а может быть, даже и все. Обратить внимание на то, что все-таки, если вы не доведете до ума дрессировку и подчинение ваших собак, которые сейчас не закончено, то какую бы мы собаку ни взяли, самую мимимишную и беззащитную, или наоборот, которую можете себя поставить, у вас будут конфликты. То есть не дожав своих собак до результата «я сказал мое назад к ноге» или что-нибудь в этом роде, вы получите конфликтную стаю из трех собак. Мне очень важно, чтобы это вы понимали. Даже если добронравный, позитивный, веселый пудель попадет в стаю таких собак, как у вас, и у вас не будет команды, которая управляет вашими собачками, даже пудель пострадает, хотя он максимально старается как порода, как собака по этой породе нивелировать, уйти, превратить в игру и все такое. Но пудель вам реально не подходит, естественно. Не нравится. Да. Потому что как характер, как образ, я имею в виду, конечно. Да. Вам нужна более брутальная собака, которая способна постоять за себя и за вас, а пудель скорее за него. Больше надо все-таки постоять, чем на себя, потому что собака реально трогательная и нежная. Но не об этом речь, а о том, что это очень четко нужно понимать. Когда я такие консультации веду с хозяевами, у которых есть собаки, я обычно никогда не встречаю повторно по выбору породы, если я не вижу, что дрессировка закончена. Я сделала для вас исключение и встретилась с вами в процессе дрессировочного только потому, что динамика вашего обучения потрясающая, и вы выкладываетесь, стараетесь, при этом, так сказать, собаки чувствуют себя комфортно, но двигаются в правильном направлении. Я вижу перспективу, именно поэтому мы с вами встречаемся, потому что обычно, пока я не вижу результат, я не поднимаюсь на следующий, потому что, в отличие от вас, я прекрасно понимаю, какие проблемы возникнут у вас в конце, и мне совершенно не хочется, чтобы вы их получили. Но здесь я очень рассчитываю, что вы, получив щенка, останетесь такой же бдительный, серьезный и продолжите ваш послужной список хотя бы по спорту. Мне говорит о том, что это как раз именно так и должно быть. Но все же я вынуждена проговорить это специально для того, чтобы... Да, конечно. Поняли, что... Сейчас ни в коем случае я не буду брать это, как минимум еще, я не знаю, зима. Да, спасибо, что вы услышали меня. И даже когда вы возьмете собаку, тренинг со своими нужно проводить. И статус этого щенка как вашего, да, то, что нельзя трогать, то, что ваше, мое, и никто не может воспитывать и ставить эту собаку, вы должны будете сразу эту линию провести, пока щенок маленький, и шансы объяснить, что не надо как бы его выгонять в этой стае, да. Это очень-очень важный момент. Поэтому, но для этого ваш голос должен быть услышан. Он должен быть командующий, и вот это очень важный момент, потому что очень беспокоит состав стаи, чтобы Шарпей и Ксол, это две собаки, разные.
ну да, самобытные, аборигены, я бы сказала, мне хочется сказать самовлюбленные, но какой-то такой слово хочется подобрать более позитивный, но смысл очень эгоцентричный. И появление нового конкурента, ну, на кормовой территории однозначно вызовет стресс у этих собак. Ревность, конкуренцию. И, конечно, собака будет щенок, и это очень сильно облегчит задачу, конечно, вашу, но тем не менее, имейте в виду, кроме вас и других членов семьи, ваша стая совершенно не поддержит ваше решение. Ни по какой породе. Даже если это будет такой маленький комочек шпиц, который ничего вообще не ест. Все равно стая будет воспринимать это в штыки. По крайней мере, первый месяц. И вы должны будете готовы объяснить, что именно вы решаете в этой семье, что собаки будет 3, а не 2. Вот это важный момент. В принципе, это, наверное, как с котом, извините, перебью, потому что у нас кошки появились уже после того, как появились собаки. Ну, как бы тоже, не сразу мы их друг дружке поднесли, сказали, вот, нате, дружите. Но тоже, конечно, я вижу, что были и подняты эти клыки, показывания зубов, и все это было. Ну, то есть, понятно, сразу же нет никакого такого, не допускается. И как бы, ну, сейчас с кошками нормально все. Ну, как бы я понимаю, что щенком это будет еще более... Да, да, кошки это хороший опыт, такая мини-проба ваших возможностей, но кошки пахнут, ведут себя по-другому, они какое-то, оно что-то другое для собаки, и вот как прямые конкуренты все-таки кошки собаками не воспринимают. Да, мешают, да, ходят, да, дурацкий запах от них, конечно, но все-таки это не прямые конкуренты. Щенок, даже самый маленький, обязательно будет воспринят как собака, что естественно, да, и поэтому вот здесь вот, ну, немножечко будет сложно. Это очень хорошо, что такой опыт есть, но вам будет просто попроще по накатанной. Но давление, статус, контроль, ну, просто нужно будет усилить, конечно. Хорошо. Ну, раз мы с вами, так сказать, важный очень, который меня беспокоил, вопрос проговорили, и я вижу, понимание есть, давайте тогда обсудим для начала две собаки, которые вы, ну, как мой ориентир и ваши предпочтения определили, да? Доберман и Амстафф. Ну, с добермана начнем, больное место, так сказать, современного мира. Доберман – эталон служебной собаки, преданность, сила, выносливость, железные нервы, все эти качества присущи, должны быть породе, но, к сожалению, современное поколение показывает совершенно другую картину. Поскольку доберманы выводятся теперь не по рабочим качествам, а по красоте, мы получаем собаку тревожную, нервную и даже трусливую. Это первое. То есть эталон, который задумался и который там выводился, он сейчас недостижим, ну прям вот недостижим. И даже немецкие собаки, казалось бы, да, тем не менее демонстрируют трусость и даже не проходят в отборы в госструктуры. И по вашему запросу, в принципе, он бы соответствовал. Если бы, ну, не отличие того, что написано, от того, что вы получите. А дети? Вот я не уверена была насчет детей. То, что с детьми, да, как бы... да. С детьми вторая ипостась. Доберманы очень любят воспитывать и очень любят наказывать тех, кто не прав. Они единственные, кто все делает правильно, другие нет. Этим грешат овчарки, доберманы. Доберман очень заинтересован в процессе семьи и коррекции, и воспитательных функций, к сожалению. И это очень плохо, потому что его челюсть не предусматривают... ну, как образ и функции няни. С детьми, я согласна, тоже довольно, ну, тонкая тут грань. Да, если вы с этой собакой муштруете каждый день в течение рабочего дня с ним, да, с детьми можно, в принципе. Но мне кажется, что настолько погружение в собаку вам не требуется сейчас, да и других собак у вас достаточно, и чем есть заняться, судя по вашей большой семье и детям, конечно, у вас другие задачи и проблемы есть. Поэтому доберман не подходит ни по современному состоянию здоровья нервной системы, ни по времени, на которое нужно потратить на собаку, что он стал тем стереотипным доберманом, да. Ну, а есть такие, которые как бы выходят 24/7, он все равно как бы выходит и лает, и выходит и лает, и все. Такая линия. Поэтому здесь я бы не рекомендовала. Ну, и плюс он довольно грубоват, резок. Он, конечно, для взрослого взаимодействия. Дети для него слишком хрупкие, скажем так.
То же самое, ну почти то же самое, скажем, по последнему параметру тоже, касается Амстафа. Дети для него... Но с Амстафом, извините, перебью, Амстаф у нас очень проблемно, что они на питбули похожи, а они здесь запрещены, поэтому Амстаф мы больше как... Именно как вот, образ, да? Как силуэт, ну, да, потому что... Хорошо, тогда я не буду тратить время останавливаться на это, но Амстаф собака с очень сильной челюстью, и когда мы говорим о детях раннего возраста, да, недопустимо, то есть здесь бы они более здоровы по психике, слава богу, но у них бывают стрессы в 3 года, когда они вдруг решили всех покусать, такое бывает, и никто не гарантирует вам, что именно ваша линия как бы защищена, да, это первое. И второе, уж очень сильный хват. То есть они, играя с детьми, вообще не понимают, насколько они сильно хватают. Они не нежные, они эмоциональные за счет этого силы удара. В смысле, сжатие у них такова, что косточка любая, даже ваша, может хрупнуть, не то что детская. Поэтому здесь категорически нет, даже если у вас не запрещена бы эта порода, я бы насмерть стала. Дети маленькие, вы большая молодец, что как бы продумали и советуетесь, но здесь это абсолютно недостижимая цель, пока дети маленькие, только от 16, примерно вот так, чтобы было понятно. Ну и другая страна, видимо. Да? Итак, значит, как ориентир я поняла, поэтому я обязательно это учитывала, так сказать, и внешние данные, которые нравятся собаке. Поэтому все 3 собаки у меня гладкошерстные, но я подумала, что нет смысла, потому что мы будем тратить время, а визуал, конечно, тоже имеет значение. Должна собака нравиться, ваш климат страны, да, позволяет содержать короткошерстных собак легко, без всяких попон, варежек, шапок и еще не знаю чего. Хорошо, тогда, если позволите, мы перейдем к породам, да, к собачкам, которые, я считаю, подошли бы вам довольно неплохо по вашим задачам. Значит, первая собака выведена в Германии, она называется на родине Серебряный призрак, я говорю о Веймаранере. Собака удивительной красоты, аристократичности и одновременно мощи. Высокий интеллект, быстрая реакция, настоящий спортсмен. Когда думала о вас, очень вспоминалась эта собака. Что-то неуловимо общее у вас по внешности даже есть. Значит, 70 сантиметров, 30 килограмм, она большая, но легкая довольно-таки. Это не тяжеловес, поэтому она способна... бежать по мне, я не знаю, сколько вы бегаете, но она бежит целый день, поэтому точно вы столько не бегаете, сколько эта собака способна. Но при этом очень удачное сочетание веймаранера, с одной стороны, он может бежать долго, с другой стороны, он может целый день проваляться у вас в ногах, когда вы решили, ну, плотно заняться работой или что-то еще вас, так сказать, отвлекло. Спортивная травма. Травма, да. Конечно, эти собаки темповые, и несмотря на то, что собака очень выносливая и марафонец, считайте, да, эта собака любит и полениться, и поваляться, и может занять себя, скажем, общением с другими собаками, которые у вас, так сказать, уже взрослые. Удивительно приятная собака на ощупь, гладкая, шелковистая. Просто даже дотронуться до него чистый релакс. Поэтому у вас будут разные форматы шерсти и будет интересно. Почему еще эта собака, мне кажется, подошла бы вам, ну, на 100%? Они очень хорошо умеют погружаться в имеющуюся обстановку по составу животных, собак, кошек и вот всего этого. Они довольно... приспосабливаемые, миролюбивые. У них есть, естественно, личное пространство, и свою миску они в обиду не дадут, понятное дело. Но и доканывать других членов стаи, прессовать их им неинтересно. Пригласить поиграть, да, погоняться. С ксоло веймаранер будет чудесно играть, бегать, они будут наматывать круги. Конечно, шарпей будет смотреть в сторонке, понятное дело, но... он не парится. Да, да, но он и не ревнует. Да, он не нуждается в таких забегах. Скорее он говорит, господи, слава богу, побежали, да, не трогают меня. Поэтому для
не только для вас это будет находка, эта собака, но и для Ксола, потому что, конечно, Бруно для него такой медлительный напарник и член стаи. И, конечно, 5 минут в неделю, вот Бруно с ним может побегать. Да, но он и не должен, собственно, да, поэтому, когда мы с вами встретились, меня удивило сочетание собак, прям реально удивило. Ну вот, у Ксола будет такой настоящий партнер, друг, который сможет с ним на скоростях побегать. Конечно, веймаранер быстрее, Ксола придется смириться, да, но когда-нибудь кто-то им должен показать, что есть собаки и покруче. Поэтому это такой легкоатлет, готовый во все тяжкие с вами пуститься. Причем эта собака универсальная для разных, ну, скажем, таких целенаправленных тренировок. У них отличный нюх, это одни из самых лучших собак по чутью, поэтому выборка вещи, поиск предмета, поиск человека легко. То есть если вы увлечетесь каким-то курсом, связанным с носворком там или с чем-то еще, то эта собака будет лучше на курсе, он вас не подведет. Счастье для них это скорость, поэтому все вот эти дела с мячиками, тарелками, колечками, эта тема, они прямо от этого млеют. Есть травма, что-то заболело, вы просто вышли, и собака полетала за каким-то предметом, принесла, и вам еще до вечера благодарны, что вы с ней вот поохотились, скажем. Любит очень в контакт и всегда находится рядом с хозяином. Но они никогда не теребят вас лапой, ну давай поиграем, ну давай почитаем, ну иди, давай что-нибудь сделаем. Нет. Ему нужно скорее близость, тактильное ощущение, ощущение, что вы здесь и больше ничего. Поскольку у вас хватает, как сказать, в семье, членов семьи, которые вас дергают и привлекают внимание на себя, мне показалось, что собаки, которые будут вас теребить постоянно, вам не подойдут. Поэтому, скажем, вот лабрадор для вас полная неприемлемая собака, даже если бы он был короткошерстный, например. Вот. Именно потому, что он как раз вот этим и занимается. Давай тут, туда, давай сюда, ну ты мне нужна, мне скучно одному. Веймаранер прекрасно себя занимает, я бы рассматривала серьезно эту собаку для вашей стаи. И погружение получится, и ее можно будет согласовать с другими собаками, и вам с ней будет не скучно и недолго. Эти собаки думают на скорости человека или даже порой быстрее инстинктивно, если что-то надо. Вот. Ну а спортивные достижения у них выше всяких похвал. Притон не раскручен, слава богу, и не моден. Что очень хорошо для нас, да, чтобы... Да, я тоже заметила, как бы я тоже посматривала вот доберы и веймаранер, потому что, да, они как бы, ну, визуально они для меня плюс-минус одинаковые, потому что уши у нас у доберов в основном висячие, поэтому, да. А, да-да-да. Если стоячие, то тогда это импорт, а импорт у меня уже в соло, уже нет. Хочу видеть собаку, когда беру. Да, согласна с вами полностью, очень, очень правильное решение. Ну, конечно, физнагрузки в первый год по нарастающей, но не мне вам рассказывать, вы спортсмен, да. Вы понимаете. Собака не должна быть велосипедом, она должна быть мускулистая, в стандарте предусмотрены мышцы. Она должна выглядеть как атлет и являться атлетом. Поэтому здесь, конечно, помимо общего курса, который пройдет очень быстро у вас, физическим нагрузкам нужно, конечно, уделить какое-то время. Но Марандру, есть какие-то тревоги, сомнения, вопросы, что-то по породе вас дополнительно из того, что я не рассказала, вас интересует? Я думаю, нет. Угу. Хорошо. Хорошо, тогда переходим к следующей породе. Сегодня у меня из трех собак две производства Германии, точнее, выведение Германии. Почему? Потому что очень уважаю страну за их... скрупулезность в выведении породы по рабочим качествам. Да, сейчас, к сожалению, собаки, так сказать, расползлись по миру, их размножают не только в Германии, но это
относительно с точки зрения развития пород случилось недавно, а основная, так сказать, несущая роль принадлежит стране, так сказать, родоначальнику, и здесь очень уважаю именно немецкие собаки за закрепленность рабочих качеств и неуход от них. Поэтому следующая порода тоже немецкая, но в данном случае я бы хотела для альтернативы, потому что здесь Вейморанер я не проговорила, за плечами у этой собаки хороший охотничий послужной список, но она давно уже считается компаньоном, и компаньоном считается не по моде, как бы, да, вроде как пора сейчас всех бросить, вроде как все компаньоны. Даже следующая собака все-таки относится к категории служебной породы. И с точки зрения спецкурсов, связанных с охранными качествами, сторожем, телохранителем, безусловно, эта собака выполнит лучше. Поэтому мне хочется, чтобы у вас было три варианта разнотипных собак, чтобы вы могли не только по внешности, естественно, выбирать, но и по набору рабочих качеств и заточенности этой собаки на какую-то задачу. Безусловно, эта порода более серьезная. Просто, если что, вы берете на сопровождение дистанционно, если как бы решусь. Да, безусловно, да, возьму, ну как мы без друг друга-то, конечно, будем общаться. Просто, ну, не еженедельная, а все-таки где-нибудь раз в месяц давайте ориентироваться, потому что не понадобится на самом деле чаще. Конечно, все отвечу, помогу, разберем, покажете, сделаем. Вы же знаете, да, у нас все это получается дистанционно, у вас двор прекрасный, и там интернет есть, ну, как бы, конечно, конечно, можете не беспокоиться. Часть ответственности на мне, поэтому, естественно, и плюс мне очень интересно узнать, как у вас дела идут, очень интересно. Хорошо. Я жду от вас короткого сообщения с добрыми новостями. Хочу узнать все-таки, на ком вы остановились, независимо от того, кого выберете. Если сообщите, буду благодарна. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое за консультацию. Доброго вечера. До свидания. И вам.